Привет всем. Ничего не снимала целый день. У нас уже вечер, половина восьмого. Я тут собралась мыть посуду после ужина. Вот все покушали. Я кушала еще в 5 часов, потом полшестого попила чай. И все. Теперь до 10 утра. Вот. Не буду кушать. Вот. А завтра даже попозже у меня будет завтрак. Первый прием пищи, потому что завтра я кое-куда иду. Вот по делам. И у меня будет позже прием пищи отодвинется. Но я в этом ничего страшного не вижу. Вытерплю. Вот. Что мы сегодня делали? Как всегда, забрала Кирилла со школы, отвела, забрала, полдня сидела, даже больше, чем полдня сидела за компьютером. Кое-какие дела там решала, делала. Вот. И весь вечер сейчас провалялась просто. И стала вот прибраться на кухне, подмела тут после ужина крошки. И буду сейчас мыть посуду. Вот, и потом все уже будем укладываться на боковую, отдыхать. Завтра рано вставать, завтра тяжелый день у меня. Важное у меня дело одно будет. Как-нибудь, может быть, потом расскажу. Вот. Так что так, такая замученная вся. Волосы надо красить. Не знаю, когда покрашусь. Вот, ладно, буду мыть посуду. Все, чистота, порядок. Помыла посуду, все прибрала, налила в чайник воды на утро, что просто пришел, включил вот так вот и ждешь. Вот. Также фильтр набрала воды. Вот. И здесь вот попиваю. Стараюсь на ночь не пить много воды, но вот захотелось. Немножко. Все. До завтра. Спокойной ночи. Доброе утро. У нас половина 9 утра. Я иду по своим делам. Может быть, потом расскажу, куда ходила. Может, и не расскажу. Не знаю еще. Посмотрим сейчас, как все пройдет. Может, поделюсь с вами. У нас всю ночь дождь поливал, такой ливень. Кошмар вообще. Сейчас везде грязь, мокро. Так что иду я. Фуф, пришла я домой. А прикиньте, еще успела на свой завтрак. Еще даже у меня 45 минут до завтрака. Быстро сходила. Ой, пока все хорошо. Наверное, по моим глазам понятно, что все хорошо. Глазки заблестели. Вот, ну, извините, пока не буду рассказывать. Может быть, в следующих влогах расскажу. Что да как. Вот, пока не буду ничего говорить, опережать события. Вот. В общем, так, устала. 4300 шагов прошла уже. Это я еще в школу не ходила. Еще в школу схожу. Еще 1500 будет. Вот. Так что так. Сяду сейчас немножко поработаю. Посмотрю, что тут да как. Вот. Прогулялась, есть захотела вообще. Вот у нас на улице тепло, туда шла, и как-то было прохладно. Дождик моросил, я в шапке такая шла вся. Вот. Обратно иду, уже
Тепло, шапку сняла. Шапку сняла, хорошо, птички поют. И туман опустился на улице. Вон. Что-то голова заболела или есть хочется. Энергию потратила с утра. Вот, ладно, буду тут опросы проходить. Оставайтесь со мной. Я уже иду за Кириллом. У нас такая теплынь вообще. Но тучи ходят, походу дождь пойдет. Дома только посуду помыла, подмела, полы протерла. И все, больше ничего не делала. Как-то не хочется ничего делать. В общем, сейчас заберу Кирилла, дома включусь. Фух, все, мы дома. У нас жарища такая на улице. Солнце вышло вообще. О, муха! Блин, надо сетки ставить. Первая муха проснулась, зараза. Кыш, кыш, на улицу. Зараза, блин. Сейчас будет летать, доставать. Короче, надо сетки уже ставить на окна. Вот. Сделала я тут морс. Чувствую немножко, знаете, как простыла, что ли. Продула меня с окна, я точно знаю. Вот. И, в общем, решила себе морс сделать клюквенный. Хорошо помогает. Знаете, такая убойная доза витамина. И, блин, налила как-то воду. И трещинка. Вот видите? Слышу так трык, звук такой. Но вот тут немножко, вот пока ходили, мы выступила маленькая капелюшечка. Вот, ну, в принципе, не подтекает. Жалко, такой графинчик. В Леруа отхватили вообще за 87 рублей, помню. Надо еще поехать, посмотреть, если там есть такой. Купить еще. Испортила, короче, графин. И вроде не кипяток. Чайник закипел, он постоял минут 5-7, наверное. Потом я только наливала воду. Всегда так делала. А это, видать, наверное, какое-то слабое место в банке попало. Вода горячая, все. Вот. Ну, так-то не выделяется, ничего туда не подтекает. Зараза, блин, так обидно вообще. Ну, ничего, надеюсь, там будут еще такие. Куплю потом новые себе.